открытии выставки «Из Пензы с любовью» не только культурное событие, но и иллюстрация дружбы берестейцев и пензенцев. Наконец-то мы дождались выставку из Пензенской области, вот художественную выставку, которую мы открываем. Наша выставка презентовалась в июле месяце. Тоже побывали большое количество пензенцев, ну и выставка была очень популярна на пензенской земле. Ну и сегодня мы открываем также выставку пензенцев на нашей близкой земле. Виктор Шапов – художник широкого диапазона творчества. Излюбленная техника художника – акварель. Используя ее, он создает высокохудожественное произведение в разных жанрах. Среди представленных произведений – полные лирики пейзажи, выполненные акварелью на шелке и сырой бумаге. Всего выставка включает в себя 29 живописных и графических работ. Почему Виктор Шапов? Художник старшего поколения, заслуженный работник культуры Российской Федерации, ветеран, член Союза художников. Почему он, я сейчас буду говорить на открытии выставки, сейчас просто очень-очень кратко поделюсь этим. Он необычный для Пензы художник. Во-первых, он родился в Брянске. С Пензой его связывает то, что он наше училище кончил, и после этого уже вот осел в Пензе и стал художником Пензе. А когда он был еще при Советском Союзе, при советской власти, одним из ведущих художников, Союз художников Советского Союза отправлял его в составе творческих групп писать пейзажи, пленэры и людей в Сибирь. Потом на следующий год они ехали на Волгу, потом они ехали на Кижи. Потом... И в его творчестве присутствует не только Пенза, Тарханы, Спасский собор, центр Старой Пензы, знаменательные близкие нам пензякам места, но присутствует и Россия. Причем Россия, начиная Кольский полуостров, Сейнеры в Ледовитом океане. То есть это широкий диапазон и высочайшее качество. Он график, он акварелью писал, он график большой и живописец. Это ярчайший представитель Пензенской художественной школы. Гости вернисажа встретились с произведениями искусства, рассказывающими уникальные истории, открывающими новые грани живописи и красоты людей и природы. Каждое полотно оживает перед глазами и погружает в свой мир впечатлений и эмоций. Я учусь в колледже, в Брестском колледже, и вот наше заведующее отделением предложило сходить на выставку. Мы все очень согласились, и вот я очень рада, что здесь побывала, очень нравится. Вот, как посмотреть работы знаменитых художников, вот, просто вот прочувствоваться в это очень классно. Я в восторге. Воочию убедиться в мастерстве пензенского художника Виктора Шапова можно до 5 февраля 2024 года в Художественном музее Брестской крепости. Василина Буцкевич, Эдуард Бакунович, Юрий Лимонтович. Новости Бреста.